Проект «Восхождение» учрежден Министерством культуры Новосибирской области. Это цикл концертов, цель которых – раскрыть молодые таланты и дать дальнейший импульс к развитию в сфере музыкального искусства. Юный музыкант получает признание своей творческой деятельности. Чтобы сыграть в концерте «Восхождение», надо добиться значимых успехов, коих и достигла ученица музыкальной школы имени Свиридова Вера Черноусова. Юный музыкант выступила на сцене Новосибирского музыкального колледжа имени Аскольда Мурова. Бердская детская музыкальная школа имени Георгия Свиридова, а также Малый симфонический оркестр «Новосибирск», художественный руководитель и дирижер Игорь Новиков. В качестве солистки симфонического оркестра Вера Черноусова исполнила первую часть произведения Алика Роули для фортепиано с оркестром. Как говорят организаторы, для детей, впервые играющих на большой сцене, в сопровождении настоящего оркестра, это показатель результата, достигнутого упорным трудом. Не меньше счастливы и преподаватели. Вера – воспитанница почетного работника культуры нашего города Людмилы Андреевой. Стоит отметить, что такой чести воспитанники Бердской музыкальной школы удостаиваются не впервые. В прошлом году две ученицы выступили в концерте «Восхождение». По оценкам специалистов, это достойный показатель уровня культурного образования в нашем городе.